отправимся без спроса искать ответы на вопросы. Будем развлекаться с Доки. Все за мной! Мы увидим целый мир на западе и на востоке. Развлекайтесь вместе с нами. Мы команда Доки. Да! Развлекайтесь вместе с нами! Мы команда Доки! Доки – лучший вкус на свете. Посмотрим. Добавить яйцо, сливки, молоко, сахар. Какое мы делаем мороженое, Ота? Самое вкусное мороженое на свете. Ванильное. Чуть не забыл ее добавить. Обожаю ваниль! Я тоже! Ванильный коктейль! Ванильное печенье! Ванильный пудинг. Давайте сделаем все. Похоже, нам нужна своя ванильная фабрика. Или ферма. Стойте, а что вообще такое ваниль? Вот, бабушка дала мне целую бутылочку. Она привезла ее с Мадагаскара, из Африки. Она сказала, что она из древнего ванильного ручья, который впадает в волшебный ванильный фонтан. Да! А сколько тебе тогда было лет, Отто? 4 года. А что? Думаю, все это бабушкины сказки. Невозможно. Это из ванильного фонтана. А сейчас мы добавим ее в наше мороженое. И все? Ваниль кончилась? Нам нужно еще! Знаешь, Отто, можно слетать на Мадагаскар и проверить бабушкину историю. Что скажешь, Доки? Думаю, путешествие начинается! Вперед! Эй, команда Доки, готова к приключениям? Нам пора вперед идти! Мы команда Доки! Какое везение! Ответы на все найти! Мадагаскар! Эй, команда Доки, готова к приключениям? Нам пора идти! И ответы на все найти! Счастливого нам пути! Мы приближаемся к острову Мадагаскар, родине экзотических животных, ванильного фонтана и... Дождевой лес! Держитесь! Еще одна идеальная посадка. Ладно, вот, а как мы найдем твой ванильный фонтан? Это будет легко. Просто принюхивайтесь. Запах ванили разносится очень далеко. Фонтан должен быть где-то здесь. Тут пахнут только деревья. И цветочки. И грязная лужа. И семечки. Кто-нибудь хочет? Я взял целый пакет. Спасибо, Фико. Когда ищешь воображаемый фонтан, надо подкрепиться. Что это? Хохлатые индри. Их еще называют танцующий лемур. Понятно, почему. Эти ребята умеют двигаться. Я слышала об этих лемурах. Они почти все время живут на деревьях, прыгая с ветки на ветку на задних лапках. Как весело! А где Аннабелла? Наверное, танцевала за лемуром. Аннабелла! Она заблудилась, мы должны ее найти. Мунди, стой! Если мы разбредемся, кто-нибудь еще потеряется. Но мы можем заблудиться все вместе. Вот, мой верный компас. Ими пользуются настоящие исследователи. Стрелка всегда указывает на север, чтобы мы знали, куда идти. Он поможет нам найти самолет, чтобы улететь домой. Надо же, как здорово! Доки, можно я его понесу? Можно? Ну, пожалуйста! Конечно, только осторожней. Идемте искать Аннабеллу.
Не волнуйся, я с него глаз не спущу. Исчез. Ну-ка, отдай. Мне его Доки доверил. Я должен его отнять. Есть! Фико! Фико, мы думали, ты заблудился. Идем, надо найти Аннабеллу. И это должно помочь. Вот она! Привет! А я-то думала, куда все ушли? Вы заблудились? Не мы, а ты! Я была здесь, рисовала этот прекрасный цветок! И правда красивый! Простите, я чихаю из-за цветов. Отлично! Теперь я ничего не чувствую. Как я найду ванильный фонтан, не чувствуя запаха? Я попрошу помощи у команды Мадагаскара. Интересно, они не слышали о ванильном фонтане. Они говорят, что ваниль получают из семян цветка. Он похож на орхидею. А может, это он? Нет, он не пахнет ванилью. Я уверен, что фонтан существует, но они о нем не знают. А я знаю одно, мы заблудились. Не волнуйтесь, мы найдем дорогу. Фико, дашь мне компас? У меня плохая новость. Он сломался. Его отняли лемуры и не хотели отдавать. Извини, Доки. Ничего, с кем не бывает. Но есть хорошая новость. Я пометил дорогу семечками. Видите, они... Куда они делись? Кажется, я знаю. Эй, они съели мой след! Потому что убирают мусор в дождевом лесу. Мы проделали такой путь, чтобы заблудиться, вместо того, чтобы искать. Ванильный фонтан! Ото, не надо кричать! Нет, подождите. Я его слышу. Я тоже слышу. Бежим! Это не фонтан, а река. Далеко под нами. Может быть. У меня снова задышал нос. Я чувствую запах ванили. Она где-то там. Наверное, за рекой. Проверим, Доки. Знаете, шоколадное мороженое тоже вкусное. Ребята, я нашла мост. Габи, ты хотела сказать остатки моста? Он выглядит шатким, но я проверила веревки, они очень прочные. И это единственный мост. Надевайте шлемы. Мы уже пришли? Ваниль, ваниль, ваниль. Ота, не чихай. Я проверила веревки, но не предусмотрела большой чих. И никто не сказал, еще одна идеальная посадка. С вами все в порядке? Лучше не бывает. Я снова могу дышать. Мы нашли пещеру. Посмотрим, куда она ведет. Это не пещера, а тоннель. Ваниль. А где ванильный фонтан? Ота, не расстраивайся. Но у нас не было шансов. Да. Думаю, фонтан все-таки бабушкины сказки. Но я чую запах ванили. И я выясню, откуда он идет. Они похожи на цветок, который я нарисовала. Это не пахнет ванилью. Попробуйте это. Привет. Привет. Рада познакомиться. Мы команда Доки. Ваниль. Что вы с ней сделали? Держу пари, все дело в солнце. Да, мы оставляем стручки на растении на 9 месяцев, и они приобретают вкус и аромат. Потом собираем их, сушим на солнце и еще 3 месяца. Не понимаю, моя ваниль была в бутылочке.
Ее можно сделать жидкой, но ваниль так приятно пахнет, что ее можно и так добавлять в еду. Например, в мороженое. Возьмите домой и попробуйте. Здорово! Давай, Фика. Доки, хочешь стикер? Спасибо, Аннабелла. Надо же, другие команды не поверят, что ваниль – это семена из стручка цветка. Но благодаря ей получается самое вкусное мороженое в мире. Налетайте! Да! Мы команда Доки! Мы нашли ответ! Поездка просто класс! До встречи в следующий раз! Какие мы молодцы!